Мам, ну зачем это? Кушать? Что, бабушка меня не накормит? Дай мне твою бабушку. Она готовить не будет. Так, это что, ты книги берешь? Зачем? Да, для работы мне нужны. Ну ты же говорила, что все можно найти в интернете. Но эти нельзя, они редкие. Господи, боже. Между прочим, для того, чтобы в будущем забеременеть, тебе нужно набрать вес. Мама! Вообще не понимаю, зачем тебе куда-то ехать, а? Ну что тебя здесь не устраивает? Вон Семен скоро выйдет на пенсию. Будешь деток литературе учить. А хочешь, папа устроит тебя в Вестник спасателя? Займешься журналистикой. Мам, ну какой журналистикой? Тем более в Вестнике спасателя. О чем ты говоришь? А ты что думаешь, в столице так легко можно найти работу? Там все своими занято. Ну, найду какую-нибудь, но мне сейчас это не важно. Мне сейчас самое главное встретиться с профессором Тихорецким, чтобы он одобрил мою диссертацию. Опять 25. Ты дослушай меня хоть раз в жизни. Если моя гипотеза о Гераклите подтвердится, то это изменит не только философию, но и взгляд на историю древнего мира в целом. А замуж ты тоже за Гераклита собралась? Девчонки, привет. О, а чего еще не собрано? Держи. Золотой фонд МЧС. Старшина выбросить хотел или отбил. Вот в столице такой точно нету. Ну что, молодец я? Пап, молодец. Так, давайте, давайте бегом, а то на автобус опоздаем. Ну что, проводили? Ну, молодцы. Лен, не паникуй, она взрослая барышня. Все, говорить не могу, я задета. Что еще? Лена, у меня полно вкусной и здоровой еды. Все, Ева появится, я тебе отчитаюсь. Извини, Том. Что случилось? Да в том-то и дело, что ничего не случилось. Это Еленке лишь бы попереживать. Можешь подумать, что Еве не 28, а 8 лет. Ей замуж давно пора, а она никак ее отпустить не может. Вырастила старую деву. Да ладно, Лиз. Рано ты ее в старое дело записываешь. Ну, что значит рано? Мужчины сейчас вообще жениться не хотят. А зачем это им нужно? Можно каждый день женщину менять. Это называется свободное отношение. Что пишут? Спрошу иначе. Графиня уже отдалась садовнику?
Что, глухонемая? Что читаешь, спрашиваю? И чё? А что конкретно вас интересует? Женщины, секс, наркотики. Слушай, что вечером делаешь? Хочешь урок большой и чистой любви? Знаете, ваша тяга к тенденциям парадоксальных иллюзий не столь оскорбительна, сколько наивна. Неужели вы действительно полагаете, что интимная близость Homo sapiens возможна в контексте подобных обстоятельств? Или вы намеренно культивируете в себе животные инстинкты, игнорируя этическо-социальные нормы человеческого мира? Ты сильно умная, да? Типа я дебил, а ты профессорша. Сумочку изволили забыть. Экая досада. Вновь придется лицезреть мою парадоксально животную морду. Один-два раз, раз и два. Дорогие друзья, не упустите свой шанс только сегодня. Коля, чуть-чуть низов добавь. Дорогие друзья, в день торжественного открытия нашего супермаркета вас ждут лучшие цены и большой выбор товаров, скидки и еще. Только сегодня вы можете получить скидочную карту в подарок. До открытия осталось 40 минут. Зовите друзей и родственников, приводите детей. Ну что, у тебя готово все? Герман Николаевич, у нас все готово. Владислав Андреевич, супруга, еще не приехали? Люди из мэрии интересуются, мы начинаем без опозданий, они торопятся. Так займи их чем-нибудь. Провести им экскурсию? Дегустацию. Возьми коньяк подороже, учить тебя, что ли? Понял, сделаем. Давай. Почему не работает фонтан? Едем, девушка. Девушка, комфортный проезд в некурящем салоне с водителем, который молчит, как рыба об лед. Черепно-мозговая травма, два сломанных ребра и перелом челюсти. Степа, надо уметь общаться с клиентом. Так куда мы едем? Куда ты лезешь поперед батьки? Куда едем, красавица? Сейчас, у меня тут точный адрес. Что-то потеряли? Что случилось? Вам помочь? Так, кошелек, телефон. Понятно. Что ты лезешь? Герман Николаевич, люди из мэрии нервничают, говорят, что у них нет столько свободного времени. Коньяк наливал. Конечно, наливал. Даже 4 длинных тоста произнес. Еще налей. Они не хотят. Говорят, что на работе не пьют. Но Владислав Андреевич скоро будет. Не знаю, трубку не берет. Да. Как? А? Отменяем все. Бельский в аварию попал. Как отменяем? А как же... Я сказал, отменяем все! Давай, иди! Закончили? Нет. Можете, пожалуйста, дать мне второй листочек? У меня не помещается. Что не помещается? Что вы там вообще пишете? Русый, лохматый, сильная небритость.
Что это такое? Описание человека, который украл у меня телефон и кошелек. Вы видели, как он это сделал? Тогда почему вы решили, что это он? У нас с ним было неприятное общение, после чего я пересела, а сумка осталась лежать возле него. Потом он пришел и с ухмылкой вернул мне сумку, и постфактум было понятно, чему он ухмыляется. Все это лирика. Ухмылку к делу не пришьешь. Вы слышали поговорку «не пойман, не вор»? Так поймать его. Знаете, мне не важно, что у меня пропали деньги и телефон. Там просто в кошельке лежала флешка. На ней моя диссертация. У меня полетел компьютер, и флешка — это единственный носитель. Вы понимаете? Понимаю. Будем искать. Подписывайте заявление. Мы вам позвоним. А куда вы позвоните? Телефон же украли. Вы можете позвонить моей бабушке. Прекрасно. Пишите номер. Кстати, я могу позвонить от вас? Ей это, она волнуется уже. Звоните. Осанку можно исправить в любом возрасте. Есть очень много техник на этот счет. Например, представьте себе, что волосы у вас собраны в хвост на макушке, и невидимая рука тянет за этот хвост вверх. Если вы будете... Том, а ты все равно сутулишься. Я? У меня идеальная осанка. Ты просто себя со стороны не видишь. Можно подумать, ты себя видишь. Скоро вы почувствуете улучшение. И уже через месяц... Странно, бабушка должна быть дома. Поставьте число и подпись. Это еще что такое? Да это митинг. Защитники прав животных. Требуют, чтобы мы прекратили носить мех и есть мясо. Будете? Нет, спасибо, я вегетарианка. Вот у вас травоядных кошельки воруют, потому что внимание рассеянное. В мясе вся сила. Мясо. Убийц к ответу! Убийц маленьких, несчастных, беззащитных животных! Убийц братьев наших меньших! Убийц к ответу! Убийц к ответу! К ответу живольёров! Девка! Привет, ты какими судьбами? Я приехала к профессору Тихорецкому, хочу показать ему свою диссертацию, чтобы он стал моим научным. А, вернее, хотела, у меня ее украли. А где? В автобусе вместе с кошельком, телефоном, но это ничего страшного, я все восстановлю. Ну а где жить собралась? У бабушки. Завтра пойду искать работу. Зачем искать? Давай работать у меня. А, знаешь, я не думаю, что у меня получится, потому что ты же знаешь, что я не люблю всякие митинги, демонстрации. Нет, это хобби, а работаю я в Доме книги. Знаешь такой? Ну как? Дом книги – самый крупный книжный магазин в городе. И я там замдиректора. Держи, сейчас тебе запишу. Мне как раз люди нужны, а ты для меня идеальный вариант. Убить к ответу! Убить к ответу! Убить! Спасибо, а когда приходить? Завтра к 10 утра, а я договорюсь о собеседовании. Ну что, до завтра? До завтра. Ева! А? Ты мясо не ешь? Нет. Молодец. Убить к ответу! Держи убийцу! Убийцу держи! Убийца! 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 Ну, ладно, пойду я. Нам еще в ЖЭК зайти, квитанции забрать. У тебя пирог сгорел. Останешься, пообедаешь с нами? Не-не, спасибо, Лизок. У вас свои дела семейные. Ты его больше года не видела. Ну вот. Давай.
Я пойду, созвонимся. Вызываемый абонент временно недоступен. Она не берет телефон. Нет, она пока не у меня. Я ее тоже набирала, но она вне зоны. Послушай, с ней что-то случилось, я чувствую. Перестань паниковать. У нее, может быть, просто батарейка села. Или автобус вдруг сломался посредине поля, а там нет связи. Поле? Ну, это я так просто тебе для примера сказала. Все, сейчас я позвоню на автовокзал, узнаю, пришел ли автобус. Я тебе перезвоню. Жди. Мужчина, мужчина, куда вы без халата? Юлечка, не надо, это ко мне. Вы Герман? Да. Что? Владислав Андреевич, травма позвоночника и легкое сотрясение. Состояние стабильное. К счастью, он был пристегнут. А вот его жена. Светлана Ильинична. Здесь ситуация похуже. Полицейские сказали, что она сидела на переднем сиденье, а ремень безопасности был отстегнут. И что с ней? Черепно-мозговая. Обширное кровоизлияние. Сейчас делают операцию. Состояние стабильно тяжелое. Все, Лена, прекрати панику. Прекрати, я тебе сказала. Нет, не дозвонилась. Ну почему, почему, почему? Потому что занято там все время в справочной на автостанции. Все, я тебе сказала, остановись. Я еду уже, все. Слава Богу! Ну, слава Богу! Привет, ба. Привет. Привет, моя дорогая. На, вот, поговори сама со своей малахольной матерью. Алло, да, мам. Все в порядке, я просто потеряла телефон. Да, да, я тебе перезвоню с нового номера. Все, мамочка, давай, пока. Целуй папу. То есть как потеряла телефон? Украли. Представляешь, со всеми документами, с кошельком. И самое главное, с флешкой. Где диссертация? Я только ради нее и приехала. Ой, ты не представляешь, с каким трудом я получила доступ к этим документам. 2 года бессонных ночей. Слава Богу, хоть на профессора Тихорецкого не успела выйти. А что за диссертация? Это как называется? О, баб, крайне интересная тема. Псевдогиппократовский трактат об образе жизни как источник для изучения и реконструкции гераклитовского учения. Девочка моя, это тебе зачем? Тебе замуж нужно, а не Гиппократа с Гераклитом изучать. Бабушка, ты не понимаешь. Это же будет сенсация, культурный переворот. Я все поняла. Замуж ты, моя дорогая, не собираешься. О, слушай, у меня есть старый телефон, очень даже приличный. Сейчас я тебе дам. Ага. Вот. И денег на первое время. Денег не надо. Я лучше знаю, надо или не надо. Мой руки и за стол. Простите, что там? Операция прошла хорошо. Светлана Ильинична сейчас на ИВЛ. А это? Искусственная вентиляция легких. А она в сознание пришла? Нет, она в коме. К сожалению, больше пока ничего сказать не могу. Все решат ближайшие сутки. Извините. Thank you.
Ева. Ева. Просыпайся. Просыпайся. Девочка моя, просыпайся. Проспишь свое собеседование. Давай, моя хорошая, давай. Давай, 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 давай. Я жду тебя, завтрак готов. Вставай, вставай. Доброе утро, ба. Доброе утро, моя хорошая, доброе утро. Да, он действительно попал в аварию. Но вы не волнуйтесь, наши договоренности в силе. Да. Хорошего дня вам, да. Спасибо. Ева, ты что, вот в этом собираешься идти? Да, что? Нет, ну, вообще-то в таком костюме только в похоронном бюро хорошо работать. Вот если бы ты стала офис-менеджером, тебя бы туда взяли, между прочим, без всяких собеседований. Я в этом уверена. Ты бы носила мини-юбку. А что, ты же красавица у меня. У тебя ноги, у тебя фигура модельная. Это же все надо людям показывать. Во-первых, у меня никогда не было и не будет мини-юбки. Это вульгарно. Ой, ой. А во-вторых, ну какой из меня офис-менеджер? Мне сейчас нужно восстанавливать диссертацию. А лучше место, чем книжный магазин, для этого не найти. Ну все, мне пора идти. Ха, подожди, ну ты же ничего не поела. У тебя времени полно еще. Хочу прогуляться. Не заблудишься? Так, вечером не задерживайся. Я пригласила Иннокентия, ну, чтобы пианино в порядок привести. Мы с тобой вечером будем музицировать четыре руки, как в детстве, помнишь? Да. Давай, пока. Пока, бабушка. Удачи. Все спокойно. Сердечные показатели в норме. Сердечные? Разве оперировали не позвоночник? Да, но во время операции возникли серьезные осложнения со стороны сердца. Влад. Влад. Он вас не услышит. Владислав Андреевич находится в медикаментозном сне. Когда он придет к себе? Когда мы прекратим поддерживать сон. Но какие прогнозы? Он восстановится? Сложно сказать. Вообще, это чудо, что Владислав Андреевич и жена после такой аварии остались живы. Извините. Простите, пожалуйста, вы не подскажете, как пройти к дому книги? К дому книги? А? Сложно объяснить, но мне по дороге, пойдемте, я вас проведу. Спасибо.
господина Бельского, хотя и серьезная травма, но шансов на восстановление у него гораздо больше, чем у супруги. Слишком большой участок мозга у нее поврежден. Так что даже если случится чудо, и она очнется, боюсь, будет растением. Извините. Чего вы к нам не заходите? Здравствуйте, здравствуйте. Проходите, мы вас ждем уже давно. Идемте, идемте, она вас ждет. Анечка, где она, в подсобке? Да, сейчас принесу. В общем, простите нас за задержки, это не наша вина, честное слово. Из Милана она вылетела вовремя, у нас на таможне тормознули. Короче, ну, все как обычно. Но есть хорошая новость. Теперь она стоит не 1000 евро, а 800. Представляете, 800, это же вообще копейки. Посмотрите, все как вы хотели. Вы меня с кем-то перепутали, я это не заказывала, я вообще дом книги ищу, простите. Да ладно, быть такого не может. Ну, хорошо, я сейчас приеду. Прошло и полгода. Поспела в злой, как дракон, и всем уже с утра люлей выписал. Прости, Мария, что все мы это топографически кретинили. Ему и расскажешь. Давай. А вы стоите в пол, подпираете, ждете чего-то. Привет. Привет. Ну что, у себя? Ага. Только у него сейчас Надя, и это надолго. Стоите. Все, идите отсюда, пока я вас не уволю. Надька. Не лучшее время девочки для собеседований выбрали. Ему бы сейчас кролика в клетку или кусок сырой телятины. Ой, извини, все время забываю, что ты из этих, как... Вегетарианка, Люсь. Денис Сергеевич, к вам Марина Викторовна со своей протеже на собеседование. Пусть заходят. С Богом. Я вас ждал 25 минут назад, Марина Викторовна. Простите, Денис Сергеевич. Добрый день. Я просто первый раз в столице, вот, решила прогуляться и заблудилась. Простите. Да ничего, не беспокойтесь, это бывает. Меня Денис зовут. Ева. Очень приятно. Вы филолог? А я говорила, мы на одном курсе учились. Да, я вспомнил. Ой, простите, пожалуйста, буквально секундочку. Алло, да, Вадим Константинович. Понял. Добро сделаем, конечно. Да, конечно, спасибо. Вениченко звонил? Угу. Что хотел? Ему нужно подарочное издание известного романа, но не нового. И чтобы автор с прибабахом хочет произвести впечатление на партнера-интеллектуала. Ну, тогда Манн или Гёссе? Не думаю. Может, Хаксли? Не тот масштаб. А предложите ему Улисса Джеймса Джойса. Ну, это роман всемирно известный, в свое время произвел огромный фурор. И, к слову сказать, Улисс первого издания с автографом Джойса стоит 100 000 евро. И это самая дорогая книга 20 века. И
при бабахов у Джойса хоть отбавляй. Сразу три фобии. Вода, собаки, молнии. Прекрасно. Это прекрасная идея. Тем более, что у нас есть подарочное издание Джойса. Правда, без автографа. Пока. Поздравляю вас, вы приняты. Спасибо. Хорошего старта, как говорится. Марина, вы можете ознакомить Еву с работой отдела. Поздравляю. Ну, пойдем ознакомливаться. Приятного дня. Всего хорошего, Денис Сергеевич. Ева. Ты где? А, о, я вижу. Привет, ну. Ну что, ну, я тебе все рассказала. Ну, я стояла, поправляла манекен. Тут вижу, она идет какая-то перепуганная, вся потерянная. Ну, в общем, я в магазин пригласила, как раз товары ее подвезли. Жесть, это розыгрыш? Вообще сейчас не время, Вик. Какой розыгрыш? Я тебе серьезно говорю. Ты ее перепутала с кем? Блин, Герман, я Пильскую не узнаю, по-твоему. А с тобой вообще все нормально? Герман, а с тобой все нормально? Что у тебя с лицом? Грумый. Потом. Все потом. Ну, куда она пошла? В дом книги. В дом книги? Серьезно сказала, в дом книги. Ты сегодня приедешь? Нет. Почему нет? А мы больше недели уже не приедем. Ну, я не могу. Когда ты можешь? Мне надо сейчас бежать, я позвоню тебе, ладно? Как обычно. Значит, здесь у нас скидки, научная фантастика, а? Детская литература, а там у нас современка. Угу. То есть все современные издания, темы, в общем, все самое современное и актуальное, что у нас сейчас издается. Привет, Марин. Привет. Не уходи. Хочу познакомить. Это Ева, наш новый сотрудник, а это Лариса, она мой зам. Очень приятно. Приятно. Там партию современки завезли, пойду ценники наклею. Ну, пойди, пойди. Лариса думает, что она у нас Мерлин Монро. Трескалась в нашего Поспелого, как кошка. Ходит за ним, кексики готовит. А он на бедняжку внимания не обращает. Почему? Откуда я знаю, почему? Ну, зная Ларису, она уже все решила. Их поженила, детей родила и покрестила. Блин, двоечница, ну. Не видать ей Поспелого, как своих ушей. У нас педант и любит порядок. Кстати, ты заметила, как он на тебя смотрел? Тот директор. А был еще кто-то. Господи, такой прямо котик стоит, глазки блестят. А это фишка. Марина Викторовна, покажите Еве ее рабочее место. Ну, нормально. То есть я Викторовна, как какая-то тетка, а ты у нас Ева с Эдемского сада. Перестань, просто ты зам, вот и все. Лучше расскажи мне, как дела у Ильи. Не знаю, мы разводимся. Почему? И он садист. В смысле? Две недели назад, когда мы ехали от его мамы, он на трассе сбил кошку. Ну, я уверена, что он не специально. Конечно, я понимаю, что не специально. Я даже понимаю, почему он из машины не вышел, потому что трасса и кошке не помочь. Но вот чего я понять не могу, как он к этому отнесся. Как? Тоже не трагедия, это всего лишь кошка. Всего лишь кошка. Ты тоже так считаешь? Нет, но я считаю, что глупо разводиться из-за кошки. Ну, Илья же у тебя хороший. Был. Знаешь, люди меняются. Он снова начал есть мясо. Говорит, что без мяса он жить не может. Ну, а мне что делать? Я от мяса по ночам кошмары вижу. Так, все, проехали, не хочу я об этом. Новый клиент. Иди, тренируйся. Боевое крещение. Давай, вперед, вперед, вперед. С Богом. Кобабы? Что? Хороший выбор. А? Если вы, в принципе, любите японскую литературу, парадоксальную простоту и неприглядный натурализм. Да не то чтобы люблю, а просто хочется чего-то глубокого и отвлечься от будней. Так отвлечься или глубокого? Просто в этой книге очень много предметных подробностей. Да? Люблю подробности.
Хорошо, вы видите, что тут сразу два произведения. Угу. Лично мне «Женщина в песках» давалась сложнее, чем «Чужое лицо». А то так я ее беру. Спасибо вам. Ева, касса вон там. Вас проводить? Не-не-не, я найду. Приятного чтения. Угу, спасибо. Дождитесь меня, пожалуйста, буду минут через 40. У меня к вам важный разговор. Ну что, как твое первое боевое крещение? Все хорошо, но только мне показалось немного странным. Такое ощущение, что им вообще было все равно, что брать. Это еще нормально. Попадаются такие клиенты. Ко мне раз один пришел, говорит, можно мне Камасутру с иллюстрациями звезд современной эстрады? Я ему, что? Он у друга моего такая есть. Нормально. Кстати, как вам? Работается? Никто не обижает? Нет, все хорошо. Спасибо. Читали? Мэтью Перл, Дантов клуб. Загадочный мир Бостона. Такие увлекательные интриги. Увлекательные? А что именно вам кажется там увлекательным? Воссоздание пыток кругов ада? Или смерть, закопанного вниз головой священника? Ну, нет, я так, о романе в целом. Ну, в общем, вы работаете. Хорошего дня. Я у себя буду, если что. Респект. Пойдем. Ну, это же обман. Это такая ответственность. Василий Семенович, что вы? Я не прошу вас никого обманывать. Вы просто приведете Светлану Ильиничну в палату с ограниченным доступом персонала. А Александр Андреевич скажете, когда спросит жене, что она проходит реабилитацию, идет на поправку. Зачем? Все равно ведь правда рано или поздно выплывет наружу. Ну, пускай выплывет, но только попозже. Тогда это не станет таким ударом для него. Владиславу Андреевичу нужно окрепнуть. Вы же сами сказали, что он слаб. А представляете, если он узнает, что его жена в коме? Что тогда с ним будет? Не знаю, не знаю. Я вас очень прошу. Браво, маэстро, браво. Иннокентий, а вы не задумывались всерьез о карьере музыканта? О, вы знаете, да, задумывался. Но в этой сфере очень много интриг и завистников. И мне как-то всегда, знаете, как-то не по себе в этой компании. Да, вот. Давайте я вам еще одну вещь сыграю. Сейчас. Это из раннего Моцарта, да. Брависсимо. Ну,
Брависсимо, дорогой мой. А не выпить ли нам с вами, дорогой мой, чайку? А знаете что? Давайте. Да. Ты на метро? Нет, я хочу пройтись. Ладно, хорошо вписалась в коллектив. Спасибо. Елизавета Кирилловна, в наше время настоящую музыку уже не пишут. Человек он что? Он ленив. Он предпочитает свое вдохновение доверять этому компьютеру. Да. А там эти вычисления, все эти расчеты, пересчеты. Мне кажется, что в ближайшем будущем нас поработят машины. Вы сгущаете краски, Иннокентий. Нет. Искусственный интеллект – это самая страшная, ужасная угроза всего человечества. Да вы что? Добрый вечер. О, а вот и моя красавица-внучка. Иннокентий, все, что вы мне сейчас рассказывали, ей будет чрезвычайно интересно. Не прав. Я пойду. Я... Вспомнил, мне нужно бежать. А что такое? Правда, хорошего вам, да. Было очень приятно, хорошего вечера вам, да. До свидания. Счастливо! Что это с ним такое случилось? А кто это? Иннокентий. Что, за мной следите? Да. Простите, если напугал. Что вам нужно? Буквально пару минут вашего времени, если можно. Зачем? Здесь не очень удобно говорить. Давайте присядем здесь и... Хорошо, но мне, правда, всего пара минут. А я уложусь. Присаживайтесь. Я не могу сейчас приехать. Ну, Сереж, ну ты же знаешь, здесь очень строго. Ну, меня уволят, если я уйду. Алло. Алло, ты меня слышишь? Вот что за манера трубку бросать? Что ты хочешь? Устал, мужик. А я тоже устала. Я третью ночь не сплю. Они не такие выносливые, как мы. А что там Антошка? Слава богу, пока без изменений. Но мужу дали список лекарств и сказали примерную стоимость. У нас нет этих денег. Так это первый этап. Вообще неизвестно, поможет ли. Надо надеяться на лучшее, что все будет хорошо. Что хорошо, Тань? Они сказали, что в стране таких детей на пальцах пересчитать. Лекарств нет. И чем лечить, вообще непонятно. Ну, значит, надо обращаться в эти благотворительные фонды, организации, спонсоров найти. Кстати, у нас же этот лежит. Бельский. Ну, с женой он в аварию попал.
Ну, ты ему капельницу делала. Ну, лежит и что? Ну, как что? У него же денег куры не клюют. Да для него $1000 – это так, фантики. Вот плохо ты их знаешь. Там тут тысячи не обойтись. Так, давай, пей чай. Не хочу я твой чай. Пей чай. Вам что заказать? Чай, кофе, может быть, сок? Давайте сразу перейдем к делу. Хорошо. Что там? Посмотрите. Давайте без этих дешевых спецэффектов. Я не буду заглядывать внутрь, не знаю, что там. Но у вас и характер. Это что, я?